Заслуженную победу в зональном этапе республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель 2024» руководитель поискового отряда гвардии Виктор Никифоров получил совсем не случайно. Он уже десятки лет занимается с подростками, и сегодня его работа в патриотическом направлении вышла на первый план. Под его руководством проходят поисковые операции в места сражений Великой Отечественной войны. Его руками и его воспитанников подняты десятки бойцов времен войны. Многим они вернули имена. В Альметьевске, где проходил конкурс, Виктор Никифоров был признан лучшим общественным воспитателем подростков. Я не стремился, чтобы победить или еще что-то. Я просто пришел рассказать, показать, как я воспитываю, допустим, своего воспитанника. А уже жюри выбрали сами, как и чего. Поэтому и стали лауреатами лучшего воспитателя. А так это заслуга общая, просто мне и надо было ее рассказать и показать. В своем выступлении на конкурсе ему не потребовалось готового выступления, распечатанных листов, он просто рассказал о своей работе. А это профилактическая работа общественного воспитателя, о том, как трудным подросткам он помогает найти правильную дорогу. Это и принесло Виктору Никифорову заслуженную победу. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Заинска.